Prodexpo 2021 снова на связи. Рядом со мной новый спикер. Здравствуйте, представьтесь, какую компанию представляете? Здравствуйте, меня зовут Надежда. Я представляю Красноярский краевой союз потребительских обществ. И одно из наших предприятий ведущих – это заготовительно-производственный комплекс Райпотребсоюза. У вас что-то очень-очень интересное в руках, и хочется срочно об этом поговорить. Да, это дикорос, это папоротник орляк, у нас в двух видах, он здесь представлен, получается, с полуфабрикатом, и здесь уже готовы продукции. Эту продукцию мы, скажем так, с очень-очень давно, то есть несколько десятков лет мы экспортируем, мы собираем ее в Красноярском крае, причем у нас самая крупная сеть заготовительных пунктов по Красноярскому краю, в Хакасии, и, ну, я бы сказала, что мы здесь вот в этом плане мы лидеры. Первый раз в жизни вижу папоротник в баночке. Вот расскажите, это конечный продукт, который можно уже кушать? Да, вот это конечный продукт, его уже можно кушать. Есть у нас в двух видах. Здесь представлен вымоченный соленый папоротник, то есть он идет как самостоятельное блюдо и, в принципе, основа для салата. Вот здесь у нас полуфабрикат. Он может идти как готовый продукт, ну не готовый продукт, то есть мы можем его приготовить уже из него, да, то есть свой самостоятельный продукт. Можем также использовать выпечки, можем использовать в составе каких-то блюд, то есть это может быть и восточная кухня, это может быть и кухня, ну что называется там полуфабрикаты, то есть даже перемешки можем делать, такие сибирским оттенком такого плана. Замечательно. Подскажите, что еще в вашей линеечке есть, кроме папоротника? Кроме папоротника мы сюда также привезли дикоросы, это грибы, грибы таежные, это у нас грузди идут и лисички. Лисички в разных вариациях, что называется, да, то есть маринованную лисичку, лисичку сушеную, а также мы замороженную производим, но сюда ее, конечно, не привезли. Вот, но вот основные готовы, что называется, вот для, получается, для сетей мы сюда поставили. Расскажите, где вы уже представлены, с какими ритейлерами работаете и ваши планы на эту выставку? Значит, представлены мы широко в Сибирском федеральном округе, есть мы во всех крупных сетях, местных, локальных, в Красноярске, это сеть Командор и Красный Яр, есть также в федеральных сетях, таких как ОКЕЙ. Ну и сейчас мы хотим найти здесь контакты, опять же, локальных сетей в других регионах, ну и, соответственно, Хорику в других регионах, ну и хотим, конечно, попасть в московские сети. Такой у нас амбициозный план с вот этим новым продуктом. Мы, как люди, которые берут интервью у многих производителей, понимаем, что сейчас пошла тенденция на ЗОЖ-продукты, на продукты здорового питания, на продукты натуральные. И надеемся, что ваш продукт найдет своего покупателя, и главное, вы найдете партнеров, которые смогут по достоинству оценить и представить конечному покупателю ваш продукт. Спасибо вам большое, желаю вам удачи. Спасибо.